Найдены тела троих погибших после столкновения катеров под Вольском. Напомню, трагедия произошла вечером в день ВДВ, 2 августа, недалеко от стоянки маломерных судов. Друг в друга врезались две моторные лодки, в которых находились 8 человек. 51-летний мужчина погиб сразу после аварии, а его сын и еще двое пассажиров упали за борт. Их поисками 6 дней занимались водолазы. В минувшую пятницу в Волге в районе кожзавода обнаружили тела двоих погибших, а третьего утопленника нашли в субботу утром в районе поселка Красный Октябрь.